делаешь? Привет, ничего. А можно к тебе? Приходи. Родители на работе. Круто. О, карты. Давай сыграем. Ну да, давай. Ты все еще увлекаешься страшилками? А, ну да. Давай тогда вызовем какого-нибудь духа. Ну давай, а какого? А давай кровавую Нелли. Нет, что? Это очень опасный дух. Ты ж боишься? Нет, просто не хочу. Боишься? Ладно, давай, только за последствия я не ручаюсь. Пошли. Пошли. Ну что, приступим? Ага. Кровавая Мэри, приди. Кровавая Мэри, приди. Кровавая Мэри, приди. Ничего не происходит. Ты была права. Это все глупости. Пошли. Настя, это не смешно. Это не я, это... Может быть, замок заклинило? У вас раньше такое было? Заклинило именно сейчас, после того, как мы вызвали духа. Папа, ты пришел! Мне пора домой. До свидания. Привет, маме. А что тут разбилось? Зеркало в порядке, окно тоже. А что случилось? Странно. Наверное, показалось. Мы с Настей слышали звук, как будто что-то разбилось. А, так это, наверное, у соседей. Они там ремонт делают. Что-то разбили. Вот вам окно же открыто. Вам послышалось. Да. Ну да. А еще свет погас. Так напряжение уже второй день скачет. А почему это так рано? Да я ненадолго. Я сейчас скоро уйду. Блин, жаль. Алло, Настя. Ты была права, это просто совпадение. Звон стекла — это соседи ремонт делают. То, что свет выключился, это просто напряжение. А замок реально просто заклинило. Представляешь? Настя? Настя, алло? Настя, ты меня слышишь? Ты следующая.